А у нас продолжается тема, которая многих из вас интересует. А это земельный вопрос, строительство домов, какие нормы, законы существуют. Очень часто вопрос, который возникает у многих из вас. Снес дачу, построил дом. Как его правильно регистрировать? Например, дача расположена в СНТ, наземных сельхозназначения, вид разрешенного использования для ведения садоводства. Дача и земля зарегистрированы в Росреестре. В 2018 году вы снесли старую дачу и построили новый дом по всем техническим параметрам для жилого дома. Как нужно ее оформить и поставить на учет, как жилое строение с пропиской? По новому закону это возможно или нет? На этот вопрос отвечу я, юрист-эксперт Евгений Корсакин. На сегодняшний день нет препятствий зарегистрировать жилой дом на землях сельхозназначения в большинстве садоводств. Например, в некоторых областях собственники участков регистрируют жилые дома и имеют возможность в них зарегистрироваться через оформление индивидуальной домовой книги. В вашем случае небольшая проблема состоит в том, что вы нарушили последовательность действий. Озаботиться вопросом с документами нужно было после сноса старой дачи, а именно вызвать кадастрового инженера с целью обследования участка и подготовить акт, подтверждающего отсутствие строения. Чтобы определить порядок действий, нужно выяснить, была ли старая дача зарегистрирована с указанием координат и привязана к границам земельного участка. Если нет, то смело вызывайте кадастрового инженера. Для вызова инженера вы можете обратиться к нам. Регистрируйте жилой дом, ликвидируйте старую дачу, никаких проблем возникать не должно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья!